горы центрального Тяньшаня перегнали скот на летние пастбища колхозные чабаны. Под Жайло разнеслась весть о приезде к животноводам Киргизского государственного театра оперы и балета. И отовсюду собирались чабаны на представление оперы «Ай Чурек» «Лунная красавица». Оперы «Ай Чурек» воссозданы картины киргизского эпоса «Манас», рассказывающего о победе сил любви и свободы. Главную роль Сыметея, сына легендарного Манаса, исполняет заслуженный артист республики Садыков. В роли «Ай Чурек», невесты Сыметея, народный артист Киргизской ССР Мустаева. Праздником дружбы была встреча колхозников с артистами на склонах Тяньшаня.